Здарова, мои шалуны. Сегодня мы с вами ворвемся на свежий сочный проект версии 1.3.6 под названием Sirius. Довольно ностальгическое название для сервера, не так ли? Впрочем, на ностальгию вас здесь прошибет не только название. Времена 1.3.6 пиздюки. Это скорее всего те времена, когда вы только осваивали азбуку, а отец Реви уже постигал идеальный мир. В то время не было читерских синов и имбалансных призраков. Игра в ту пору казалась простой, и ее было легко освоить. Смело можно сказать, что в те времена игра встречала свой рассвет, и в нее текли толпы людей, еще не одурманенные донатом и прочей поеботой. Да, детка, это старая школа. Конечно, криворукие выблядки пригорнут, когда не увидят расу тени амфибий на выбор, ибо здесь соблюден баланс из трех рас и 9 классов. Я же выбрал мага, так как это, наверное, единственный ДД в данной версии игры. Извините, девочки, но из лука ДД, как и из приста, перспектива сомнительная. Впрочем, если придрачиться, то можно годно ебашить за любую расу. Погружаться в подробный обзор каждого класса я не буду, так как надеюсь и полагаю, что о всем этом имеет представление даже нюфак. Перейдем непосредственно к начинке сервера. Эта версия рассчитана на жестких олдфагов, так как здесь нет гиперов и ущелья, а основный кач идет за счет квестов, как в старые добрые времена. Но в этом, с одной стороны, есть и куча плюсов. Если вы, например, устали от кучи нововведений и до сих пор не ебете, как крутить статы на астролябии или гридить карты, то вам несомненно стоит заглянуть сюда. И действительно, по сравнению с ПВ 2019 года, тут, мягко говоря, довольно легко освоиться. Интерфейс лаконичен и понятен, и вам не тычат в ебло куча всплывающих окон, от вида которых так и норовит закрыть и удалить игру. Тут ты всегда знаешь, как и для чего ты играешь. Знаешь последовательность и задачи для улучшения своего персонажа. И еще раз повторюсь, об этом я говорил неоднократно и ранее. Три расы — это скорее преимущество, чем недостаток. Это я вам как олдфак втираю щенки. Во всяком случае, у тебя два варианта. Первый, если ты являешься олдфагом, то тебе наверняка будет интересно вновь окунуться в ностальгию по былым временам, бодро стартануть и пустить скупую мужскую слезу по сборам в поти по уважению возле 19-х данжей, на болтуна или генерала. Думаю, ты уже прямо сейчас потек. Второй вариант. Ты юное дитя, которое застало ПВ в куда поздней эпохе. Эпохи лютого доната и блядства, устроенного разрывами для конвейера вытягивания из игроков денег. Так что если ты уважаешь дедов, то тебе бы не помешало окунуться в историю. И проект Sirius тебе в этом поможет. Ссылка в описании. Спасибо за внимание. Я кончил.